Всем привет! Итак, открываю новую рубрику. Скорее всего, она тоже будет пополняться, но и тоже не так часто. Рубрика называется «Порвать в 20 ходов». Победы будут только над шахматистами достаточно сильными. Например, в этой партии, хоть она и сыграна в блиц в Иркутске, 19 июня 2022 года противником был шахматист, чей рейтинг, например, в быстрые шахматы превышает 2600. Вот, то есть противники будут сильными в этой рубрике. Одна партия уже есть, это моя победа, самая быстрая победа над гроссмейстером, то есть она автоматом пойдет в этот плейлист. Итак, не буду называть фамилию шахматиста, которого обыграл, а партию покажу. Итак, значит, d4, d5, c4, c6, конь f3, конь f6, ферзь c2. Только что, буквально недавно у меня прошел тренинг по этому варианту. Ну и для блица после хода dc ответ e4 просто великолепен. В блиц приносит колоссальное количество очков. То есть я-то, конечно, знаю, как тут надо играть черными. Те, кто участвовал в тренинге, тоже знают. А вот шахматисты даже уровня 2500-2600 не всегда могут за доской разобраться. Особенно, если времени мало в блиц. Мой противник сыграл b5, естественно, пешку защитил. Потом сыграл e6, хочет развить слона. В ответ на слон d2 сделал ход a7, a5. Это все разумно. И после слон d3 такой логичный ход. Слон b7, защитил пешку c6. Готов дальше развиваться. Рокировка, конь d7. Как я уже рассказывал в одном из предыдущих роликов, как только конь вышел на d7, он уже не попадет на a6. И, следовательно, не встанет на b4. Можно развивать коня на c3. Одна из идей белых сейчас сыграть e5, взять на d5 и потом, может быть, вообще на h7. Вот смотрите, у меня батарея есть. Поэтому последовал ход g6, это 11-й ход. После e5 конь d5, естественно, белые бьют. Взятие пешка e невозможно, e6, и после fe слон бьет g6, атака белых неотразима. Черные сыграли cd, слон бьет b5 и пытаются развиться. Но на слон g7, я так понимаю, не понравился ход слон g5. И поэтому слон вышел на e7. После ладья fc1 создана страшная угроза ферзь c7. После долгих раздумий следует ответ, очень логичный, ладья c8. Черные готовы отдать пешку a5, но понятно, что она потеряется, скажем. Белые могут даже ферзь А2 отойти. Вероятность, что черные не удержат пешку, очень высока. Но здесь у белых форсированный выигрыш. Ферзь бьет С8. Нельзя бить на С8 слоном, из-за слон бьет А5. Лишнее качество. Более того, слон С8 ходов практически не имеет. Конь Д7 тоже очень серьезно ограничен. И потери качества дело не ограничится. А после ферзь бьет c8, ладья бьет c8, слон бьет c8. Был хороший ход ладья c1. Но я сыграл не менее здорово. Ладья бьет a5. И дело в том, что рокировка невозможна ввиду ладья a7. Конь не может уйти, так как за ним прячется слон. И на ладья d8 последует слон a5. И снова конь не может уйти, так как за ним прячется слон. И угрожая, слон бьет d8, взятие на d7. Последовало f6, и после ладья a7, можно было и ладья a8 сыграть. Выяснилось, что удовлетворительной защиты от ладья c7 нету. На fe будет конь бьет e5, слон готов прыгнуть на a5. Ну и черные здесь сдались, 19 ходов, как и обещано. Противник, черные на партию потратили почти все 3 минуты с контролем 3 плюс 2. А белые, ну, меньше, чем 30 секунд. Всем спасибо.